Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. В последнее время российские телепередачи переживают не самые лучшие времена. Так, площадка YouTube сперва заблокировала многие новостные и политические программы, а теперь добралась и до развлекательных. Накануне стало известно, что видеохостинг вытолкнул в зашей Ларису Гузееву вместе с ее шоу «Давай поженимся». При попытке найти российское шоу о любви, выдается сообщение о том, что аккаунт недоступен из-за нарушения правил пользования платформы. Кстати говоря, бану подверглась и другая передача Первого канала. Так, на YouTube теперь нельзя посмотреть «Модный приговор». Мнения пользователей сети по этому поводу разделились. Кто-то переживает из-за невозможности смотреть программу Ларисы Гузеевой на YouTube, а кто-то, наоборот, рад такому стечению обстоятельств. Дело в том, что у телеведущей немало недоброжелателей. Многим не нравится, как порой женщина себя ведет в прямом эфире и социальных сетях. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.